Здравствуйте, девочки! Привет! Всем привет! Сегодня вы рисовали легковые автомобили? Да, я рисовала лимузин. А я снимала... Это мой папа, это моя мама. А у меня только мама. У меня одежда под машиной. А, спрятана, да, не видно одежду. Мама что, выглядывает в окошко? Да. Понятно. Она в лосинах, мама. И в кофте, мама. И мама в футболке. Ну расскажи, Василиса, куда же едет твой папа и твоя мама? В магазин. Куда? В магазин. В магазин едут на машине? А, расскажи, пожалуйста, Василиса, ты почему красным раскрасила машинку? Потому что это красиво. Мои мама и папа любят красный цвет. Вот ты купили такую машину. Понятно. А у меня... А мама едет домой. Домой едет мама? Да. Понятно. Так, расскажите мне, пожалуйста, девочки... А какое время года на вашей рисунке? Время года – лето. Лето, солнце светит, я смотрю, там ясно, ярко, да? Хорошая погода? Да. Хорошая погода. Настроение хорошее? Да. Хорошее. А где же вы-то? Мама, папа едут в машине, у Алисы мама едет. А вы где? Я еду... Вот мама, вот здесь видно, я сзади мамы. Тебя просто не видно? Да. Но ты там в машине, да? Да. А Алиса? Мам, я здесь. Ты там? Да. Тоже в машине едешь? Да. Вместе с мамой? А где же папа? Не грызусь. Папа дома. Дома папа? Вас ждет? Да, да. Вы же домой едете, да, Алиса? Да. А вы в магазин? А у меня в машине едет вся семья. У меня большая машина, лимузин, и поэтому туда помещается много. Тебе больше всего нравятся лимузины? Да, там много людей помещается. Понятно. А у меня просто одна машинка, там больше никто не рисует. Хорошо. Ну ладно, здорово нарисовали, мне нравятся ваши... рисунки. Вы молодцы. Прямо настоящие художники. Спасибо. Пока. Пока.